Молочный зуб. Сегодня замечательный день. Бублик и Кисточка гуляют недалеко от дома и наслаждаются отличной погодой. Привет! А где твой зуб? Выбили? Нет, он сам выпал вчера. Ой, Зорик, а как же ты теперь без зуба? Это ведь был молочный зуб. Скоро вырастет новый, постоянный. А взамен зуба зубная фея принесла мне монетку. И вот что я купил. Здорово! Ладно, я пойду. Ой, ой, ой. За мной. Гав-гав. Гав, гав, гав. Семейка собачек весело живет. Бабулей с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Это не то. Это не то. Ну и что ты там ищешь? Я слышал об этом от дедушки. Но нам нужна веревка. О, нашел! Пошли за мной. Чем занимаетесь? Проверяем гипотезу. А ты уверен, что у тебя все зубы молочные? Может, у мамы спросим? Закрывай дверь. Ну, как хочешь. Ой, мне страшно. Мне тоже. Давай не будем. Нам нужен план Б. Кажется, у меня есть пара идей. Что у вас там такое? Может, чем-то помочь? Опыты, папочка, мы справимся. Думаешь, зубной фее понравится? Уверена, что понравится. Надеюсь, наша идея сработает. Ага, поскорей бы утро. Утро начинается, малыши уже не спят, солнце улыбается, приключения ждут ребят. Мамочка, прочитай, пожалуйста. Дорогие ребята, спасибо за подарки. Я надеюсь, что вскоре тоже смогу вам что-нибудь подарить. А пока заботьтесь о своих зубах. Ты слышала? Ага. Чистите их как следует. Ведь чем здоровее молочный зуб, тем больше монетка. Доброе утро, доброе папочка. Утро, папочка. Зубная фея прилетала. Ага. А может и фей. Ну что, семейка собачек? Новая машина. Сегодня семья Бублика и Кисточки хотела отправиться в парк. Но с самого утра что-то не заладилось. Эх, похоже, все. Что все? Наша машина совсем сломалась. И ее уже никак не починить? Боюсь, уже нет. Может, нам стоит подумать о покупке новой машины? Да! Тогда решено! Идем за новой машиной! Да! Семейка собачек! Веселый денечек! А что будет с нашей старой машиной? Мы сдадим ее в переработку. А как это? Это когда машину разбирают на запчасти, переплавляют и делают из нее современную, более экологичную машину. Ух ты!
тут столько машин. Вау! Так. Вот, вот то, что нужно. Смотрите, какая она яркая и красивая. Ну ты даешь, кисточка. Как ты себе представляешь папу за рулем этой машины? Хочу, 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 хочу. Мечта. Вау, вот это да. Это то, что нам нужно. Давайте купим эту машину. Вот, отличный вариант. Красивая и компактная. Как вам? Ее и я буду водить с удовольствием. Красота! Постойте, я знаю беспроигрышный вариант. Вот она, машина мечты. Кажется, так мы машину не выберем. Потому что у нас совершенно разные вкусы. Давайте спросим у продавца. Может быть, он что-нибудь посоветует. Я сейчас его позову. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Мы хотим купить машину, но не можем выбрать. Нам нужна такая, чтобы подходила всем. Так-так-так, кажется, я знаю, что вам нужно. Идемте со мной. Отличная машина. Ну что, как вам? Мне очень нравится. А вам? Да! Тогда решено. Покупаем эту. Эта машина такая классная. Даже не верится, что она теперь наша. Предлагаю в ближайшее время отправиться на ней в небольшое путешествие. Я за! Я за! Семейка собачек. Собачек. Веселый денечек. Супермаркет. Сегодня семья Бублика и Кисточки ждут гостей к ужину. С самого утра мама готовится к их приходу, а папа, Бублик и Кисточка ей помогают. Красиво получается? Очень красиво. А у меня? И у тебя, Бублик. Вы такие хорошие помощники. Спасибо. Я в магазин. Что-нибудь еще нужно купить? Вот, я все записала. Просто купи все по списку. Я недавно сделал новое приложение. Занесу твой список в него, просто сфотографировав. А можно мы с папой в магазин? Конечно! Yes. Идите, собирайтесь. Готово. 21 век на дворе. О, держи. Семейка собачек. Веселый денечек. Мы на месте. Ура! Приехали. Отлично, купим вкусняшек. Я первый. О-оу. Так, что же я должен был купить? Бантики. Да, конечно. О, мне кажется, нам нужна эта штука. Ага, бери, бери. А что это такое? О, а можно я шоколадной пастой зубы буду чистить? Фантус? Да, можно. Класс. То есть нет, нельзя. Подождите, я совсем запутался. Вы помните, что мама просила купить? Я не помню. И я. А что? Телефон разрядился, а список в нем. О, и что же теперь делать? Ага, мама расстроится, если мы ничего не купим. Дайте минутку. Попробую все-таки вспомнить. Так, сыр, сметана, торт. Что же там еще было?
мне, я попробую. О, прикольно! Ой. Слишком высоко. Папочка, помоги достать журавлика. О, это же Списа! Ура! Мы нашли Списа! Ну теперь мы сможем купить все, что нужно. Хорошо, что вы так быстро вернулись. Все купили? Все четко по списку. И даже больше. О, как приятно! А теперь давайте печь пирог. Скоро уже гости придут. Ура! Пирог. Семейка собачек. Веселый денечек. Сегодня дедушка решил провести день с Бубликом и Кисточкой в парке. По сообщению гидрометцентра, сегодня ожидается очень жаркий летний день. Вкуснятина! А кто такой гидрометцентр? Это центр, где все врут про погоду. Ну что, все готовы идти в парк? Я готов! Только возьмите панамки. Обещают жару. Но этот гидроцентр же врет. Их всегда можно снять. Я все слышу. Пока, бабуль. Спасибо. Пока, бабуль. Блины были очень вкусные. Очень вкусные. Семейка собачек. Веселый денечек. Догоним, догоним. Ой. Кажется, этот ваш центр не соврал. Такая жара. Я больше не могу. Да, надо бы охладиться. Может, по мороженому? Мороженое! Ура! Спасибо. На здоровье, ребята. Ну вот, как же теперь охлаждаться? Может, пойдем к фонтану? Точно! Пошли! Вот это да! Он что, сломался? Нет, Кисточка, это он от жары переслал. Мне жарко. Дедуль, ну придумай что-нибудь, пожалуйста. А я уже! Вперед! За мной! Бу-бу-бу! Гидрометцентр сообщает, зима близко! Ничего себе! А он и летом работает! Так необычно! Сегодня будто весь город к нам пришел. Не стойте на жаре, проходите скорее. Дедуль, ты так здорово придумал. Очень-очень хорошо придумал. На улице жара, а здесь зима. Я очень люблю зиму. Особенно посреди лета. Действительно здорово. Семейка собачек. Веселый денечек. Замечательно. И еще раз. Дедушка молодец. Молодец. Так нашим героям удалось перехитрить. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И увидите первыми наши новые серии. Скворечник. Наступила настоящая весна. Бублик и Кисточка гуляют вместе с дедушкой в парке, наслаждаясь весенним солнцем. Спорим, я перепрыгну эту лужу. И оп. Ой. Вот как это делается. Оп. Ой, смотрите, какие смешные маленькие вороны. Это не вороны,
Это скворцы прилетели. Откуда прилетели? А зачем они улетали? Осенью скворцы улетают в теплые края, а весной возвращаются обратно. А зачем они возвращаются? Чтобы откладывать яйца и высиживать птенцов. Это для них строят специальные домики. Скворечники. Правильно, кисточка. Скворечники иногда крепят на фруктовых деревьях, поскольку скворцы уничтожают вредных насекомых. А давайте тоже сделаем скворечник. Да, давайте. Семейка собачек. Веселый денечек. Это, оказывается, непросто делать скворечник. Зато это очень здорово. Дедушка, а можно и мне гвоздь забить? Можно, только будь осторожен и береги пальцы. А мы с дедулей настоящий скворечник сделали. Неужели самый настоящий? Мы с моим дедушкой тоже когда-то делали. Уже придумали, где будете вешать скворечник? Ну, на каком-нибудь дереве. А что, это так важно? Скворечник нужно вешать на достаточной высоте, чтобы птиц никто не беспокоил. И чтобы они никого не беспокоили. Думаю, парк для этого прекрасно подойдет. Ага, и птицам там будет веселей. В большой компании. Только кто сможет так высоко забраться на дерево? Я как раз собирался немного размяться. Мне кажется, я еще не забыл, как лазить по деревьям. Ура! Мы идем вешать скворечник! Вот здорово! Семья скворцов сможет сегодня отпраздновать новоселье! Мне кажется, это дерево вполне подходит. Думаю, скворцам здесь будет удобно. И самое главное, на него будет несложно взобраться. Отличная ветка! Сюда и повесим. А как же его крепить? Ой, а об этом мы не подумали. Ну вот, что же теперь скворцы останутся без дома? Нужно привязать чем-то, что не повредит дереву. Ой, какие миленькие. Папа, эти скворцы уже прилетели в наш скворечник. Что же делать? Эх, была не была. Ура! Скворцы нашли новый дом! Семейка собачек. Веселый денечек. Эгегей! Ребята, понравилась серия? Не слышим. Нет? Да! Тогда поторопитесь подписаться и ставьте лайк. У нас еще много интересных историй. Бублик и Кисточка часто приходили в парк к своим маленьким друзьям. А папа на день рождения получил новый ремень.